Рада приветствовать вас на нашем канале «Не скучно жить». Я спустя 4 дня еду кататься наконец-таки на велосипеде. Вода в бассейне у нас еще есть. Ну, наверное, на следующей неделе уже будут сливать ее. Но я не вижу смысла, потому что вода в бассейне уже холодная становится. Сегодня у нас грандиозные планы. Сейчас покатаюсь, потом пойдем с Денисом на море, потом пойдем, наверное, куда-нибудь погуляем. Расскажу, почему я так долго не каталась. Сейчас где-нибудь остановлюсь, водички попить и как раз поболтаю с вами. Очень переживала, что столько дней не ходила на море, и в выходные будут волны. Нет, море шикарное. И смотрите, какие крупные птички ходят, гуляют. Интересно, что это? Какое название у них? Кто знает, если, конечно, видно в камеру. Ладно, поеду дальше. А то я сегодня припозднилась, время уже 8:30, боюсь, что будет жарко. Так, остановилась водичку попить. Народу пока немного. Ваше здоровье, как меня это умиляет, в Турции всегда так много. Мисочек тешь каждых 10 метров вот с кормом, с водичкой для животных. Ну, если честно, сегодня что-то прям как-то тяжело-тяжело кататься, хотя на улице не жарко, нет. Но я еле доехала, это ужас какой-то. То ли действительно отвлекаешь от занятий спортом, ну что, я не каталась 4 дня всего, по идее. Ну, прям тяжело, тяжело. Как думаете, может быть, так тяжело уехать из-за того, что колеса приспущены? Я даже не заметила, когда отъезжала на Денис, сейчас сказать, что подкачал мне что-то. Прям устала я. Ну, что хочу сказать, мне не было так долго на велопрогулках, потому что я работала, неделю работала, значит, удаленно. Все, кто с нами давно, знаете, сколько курсов я за последнее время прошла. Но, если честно, практически везде один обман. Это обещают одно, на самом деле, по факту, совсем другое. И вот буквально за эту неделю я работала, значит, с 8, вчера 11:30 таблицы сдавала. Обучения нет вообще никакого. Там столько новых программ, столько всяких таблиц, столько... Это вообще какой-то кошмар. Я говорю, я ничего не понимаю. Денис говорит, тебе надо так себе мучить. Давай приедем домой, и там уже, ну, хочешь, ищи удаленную работу себе отдельно. Потому что, говорит, ну, тут море, солнце, столько всего красиво. На этой неделе нас Максим с Танюшкой приглашали в путешествие. Мы отказались, потому что вот работала. И самое интересное, обещали, что зарплату выплатят за неделю. Сказали нет. В конце месяца. Ну, как показала практика, вчера уже и с сестренкой советовалась, ну и так. Просто бесплатная рабочая сила, ты отрабатываешь какое-то время в большинстве случаев. Хотя, знаете, я говорю, вот именно в этой организации нет вообще никакого обучения. Никто тебе не помогает. Как слепого котенка кинули, разбирайся сама. До этого, значит, я проходила курсы по недвижимости, там и устанавливаешь новофон, по-моему, называется, вот, то есть, чтобы обзванивать из Турции по России, и куда угодно можно звонить по нему. Вот, график работы там, значит, с 9 до 6 вечера, 4-2. Вот, это недвижимость, надо обзванивать потенциальных клиентов и спрашивать, кому какие квартиры нужны. Но факт в том, что надо звонить каждые 10 секунд звонок. Вот ты только положил трубку, 10 секунд проходит, тебе опять звонок. Раз в 2 часа по 15 минут перерыв, и на обед дает 45 минут. Вот такой вот график работы. Ну, не знаю, я говорю, у меня вот одну я нашла, хорошая, там заполняешь заявки. Платят, конечно, немного, но в любое время заполнил за день, и все, и ты, как говоришь, свободен. С ребятами недели уже не видели. Сегодня, наверное, будем созваниваться, встречаться. С червонка бедная, то Денис с ней гуляет, то я его ввожу буквально на 5 минут, а она не понимает, в чем дело, почему так мало гуляем. Так что от этой работы я 100% отказываюсь. Это нереально с 8 до, я говорю, до 11, до 11:30 ночи работать. Причем мне говорят, а ты сейчас-то выйдешь на выходные? Я говорю, нет, я 5 дней отработала, и тем более график такой. Так что вот такие вот дела. Я опять в строю, опять начинаю кататься, опять буду ходить гулять, смотреть, что новенько в Махмутларе. А то что-то как-то неделя пролетела, я ее вообще даже не заметила. Вчера за целый день я съела пол тарелки плова и чашку кофе. Все. Ну, по весу у меня, значит,
26 килограмм я скинула, осталось буквально еще, наверное, 5-6 до моего идеального веса. Так что по похудению у меня дела такие. Ну, а вам немножко море покажу и поеду уже завтракать. О, у нас уже Камиль прибрался. Я говорю, припозднился сегодня. Но, если честно, Денису, наверное, сегодня предстоит ремонт велосипеда. Потому что едешь, и потом как будто вот тормоза срабатывают. И довольно долго держат. Я сейчас, получается, отъехал и вообще его тащила так. Ну, везла. Так что Денис сегодня будет занят велосипедом. Решила сходить в магазин «Росман», встретила соседку. И она говорит: Оля, там еще 2 дня будут акции, то есть до понедельника большие скидки на многие виды товаров. Вот хочу посмотреть, что там есть интересненького, вам заодно показать. И как раз это видео выйдет в воскресенье с утра, и вы уже успеете сбегать и до понедельника все купить, если вам что-нибудь там надо будет. Она говорит, и гели для душа, мыло, крема, ну, на многие-многие виды товаров очень большие акции. Оля говорит, у меня есть скидочная карта. Оформляете в магазине, на телефон приходит смс-ка на турецкий номер. И я говорю, а в чем ее смысл, этой карты? Оля говорит, то, что, значит, какие виды товаров по акциям, естественно, по этой карте тоже будут акции. Так, где же мне пойти, здесь, что ли? Вот, а на обратном пути забегу в Мигрос и посмотрю, есть ли рыбка в наличии какая-нибудь вкусная. Все-таки я не оставляю надежды купить себе вот эту маленькую рыбку, которую я в Инстаграме выставляла. Уж очень она вкусная. Ну, посмотрю. Сегодня суббота, столько людей идут с тележками. Очень нравится мне этот магазинчик. Особенно люблю рассматривать вот эти вот браслеты. Как-нибудь обязательно вам зайду, покажу поближе их. Многие из вас знают, что у нас в Махмутларе 2 магазина «Росман», один на «Барбаросса», вот рядом магазин «Мигрос», второй на улице «Ататюрка». Ну, пойдемте посмотрим, что здесь есть. Так, ну правда, смотрите, Оля не обманула, какие большие акции. Вот этот вот крем прямо от души советую, он у меня уже заканчивается, классный. Так, сыворотки, сейчас, вот. Тоже советую прямо от души. Хватает, конечно, на один раз. Сейчас стоит 48,50. Вообще, Исана классная серия. Так что, девочки, бегите, покупайте, что вам надо. Вот эти вот тоже хочу взять с витамином С. Так, ну ладно, сейчас я пришла на разведку. Зайду к Оле, возьму ее карточку. И прибегу уже покупать. Так. Умывалки различные, 65 Нивея, Нейтроджина, тоже классная фирма, 101, ну, кстати, хотела вам сказать, сейчас есть тут крем такой, нет? Недавно совсем видела вас, 101 Нейтроджина, крем по акции по 39 лир был. Так, что-то еще, вот эту фирму вообще не знаю, сыворотки, бибишки. Вот Нейтроджина тоже, видите, представлена и сыворотки, и с защитой, и крема. Вот хорошая фирма. Тоже и сыворотки, и крема, и под глаза, тоники. Сестренке хочу вот все-таки, вот, наверное, такую купить, потому что она очень любит розы у меня. И вот как раз капсулки есть. Так, они 49,50 тоже. Вот это вот что, не знаю. Наверное, сыворотка. Тут, видите, вот, единственный минус, что здесь нет пробников практически нигде. Мало-мало. Так, еще мне подружка просила такую, что ли, тушь. Я с собой телефон не взяла почему-то. Ну ладно, сейчас приду домой, посмотрю, 125 лир. Потому что у нас они пропали с продажи. Так. Какая-то, кто пользовался такой, пишите. 219 лир. Вот тест есть. 263. Какая-то тоже 263. Смотрите, один берешь, второй в подарок. То же самое. Салфетки. Вот эти почему-то все хвалят, говорят тоже. Так, сколько они? 54 лиры сейчас. 50 штук.
Смотрите, мой уксус сейчас 36 лир всего. Кто еще его не купил? Так. Так, так, так. Масочки есть мои? Не вижу. 8,7. Что-то дороговатенько. Можно подешевле найти. Шампуни. Так. Вот какая-то маска пантиновская. Смотрите, вообще за 69 лир. Исан, опять же. Шампуни 45,50. Сухие шампуни 113. Вот эти вот тоже шампуни рекомендуют. Но я недавно вам показывала, в каком-то магазине они 48 лир стоили. Девочки, вот это вот прям, ну, супер-супер серия. Ее только положительные отзывы. И сейчас смотрите, какие огромные акции у них. Так что бегите, покупайте. Вот тоже для волос какие-то по 51 лир, но ни разу не пробовала их. Вот такие вот шампуни все хвалят. 119 лир. 110, 112. Вот такие вот у меня были. Ну, так, знаете. А, нет, вот такой вот у меня был. По-моему, ну что-то из этой серии мне не очень понравился. Шампуни исановские по 45 лир всего. Ну, это дешево, я вам хочу сказать. Видите, разные-разные запахи. Так, ну и мой любимый отдельчик. На эти только акции 52 лиры. Так, 24. Детское мое осталось 17 лир. Да, наверное, сейчас я побегу к Оле за карточкой. Надеюсь, что она дома. Так, здесь что у нас? Мыло 34,50, 31,50, 36. Вот эта вот фирма тоже хорошая, турецкая, 31,50. Ну и более красивые пузыречки уже пошли. 65 лир, 77 лир. Вот это тоже турецкая фирма. Причем и шампуни, и я вспомнила, где тот шампунь видела по акции с чесноком в ССС Мави Маркет в этом, в Кистеле. Вот я еще показала, что там и шампунь такой вот, 28 лир всего стоит. Вот у меня есть наподобие такие, я их уже второй год здесь таскаю. Я, правда, покупала их в Мигросе, вообще за какие-то копейки. С носу у нее 230 лир. Маска для сна 56 лир. Огромный отдел детской косметики. Вот такие вот я покупаю себе гели для душа. Вот эти вот пенки. Вернее, это пенка. 55 лир стоила. Я покупала по 28, но это давно было. И вот эти вот, говорят, очень вкусно пахнут пенки. 34 лиры сейчас. Ну-ка, сейчас посмотрю. А, вот. По-моему, это... Да, вот такую вот я себе хочу купить мочалочку. Она чем-то пропитана, по-моему. 69 лир. Так, обычные мочалки такие мы из Греции привозили. 3 евро на тот момент, а не столь сейчас. 85 лир. Ну и вот щеточки. 125 лир. Вот этими кто пользовался? Эффективно, нет? Смотрите, порционная соль для ванны 19,50, разные запахи с корицей. Наверное, с корицей Настюшке привезу, она любит, у меня корицу. Так, шоколадки, ну это все есть в продуктовых магазинах. Так, люди у нас в Старбаксе, кофейком балуются. Ну что хочу сказать, да, акций много, причем акции приятные такие. Девочки, мальчики, бегите, покупайте, что вам надо. Большой ассортимент гелей для душа. Шампуни исановские, вообще хорошая фирма. Крема вот этот вот я показывала с розой. Прям после него не остается вот этой липкости, жирности. Хорошо впитывается. Особенно сейчас в осеннюю пору, мне кажется, питательный крем самое то. Ну что, сейчас забегу в Мигрос, там уж что-нибудь интересное привезли, посмотрю. Ну и обязательно с вами поделюсь. Пока прохожу мимо. Пойду я вам поснимаю браслетики. Мне так они нравятся. Такие миленькие. Ну, вообще, эта лавка. Здесь есть что для себя выбрать. Сувениры или в подарочек что-нибудь можно привезти. Магнитики и цены более чем демократичные.
Афины. Столько тут всего интересного. Вот смотрите, какие браслетики милые. Подвесочки. Вот эти вот мне очень нравятся. Где-то получается на Барбароссе он находится. Вот большой Мигрос рядышком. Что-то у меня вообще сегодня как-то мучает. Нет. На велике я домой доехала, и то объекта его везла. Сейчас иду, что-то такая слабость. Это кошмар какой-то. Не знаю, кости не ломит, все нормально. Ладно, будем надеяться, что это просто какая-то усталость. Так, ну что, турецкий самон 129. Ну что-то он большой какой-то. Кефаль 99. А вот это что за рыбка, кто знает. 219 лет. Вот это вот костлявая, прям очень-очень костлявая. Я такую брала. 189. И карпы есть. 99,90. Спрашивала, сосиски эти в Мигросе есть. Только цены, видите? Они буквально несколько дней назад были 45 лир. Так, сыры. До смешного хочу российского сыра. Я вот именно российского, с хлебушком, с маслицем. Вот такие перчики в Мигросе всегда можно взять на развес в отделе салатов. Вот, смотрите, сейчас на такие вот соусы акция. Мы с Денисом иногда такой вот берем вкусный, 29 лир. И вот такую вот я не видела. Тоже надо как-то взять, 31 лира. Так, что тут еще интересного? О, вот что я хочу. Только сейчас зайду во 101, опять куплю. Точно. Я прям подсела на долму. Соевый соус я уже говорила. Лучше брать во 101, он там 39 что ли лир. А здесь по акции 59. Такой классный попугайчик. Сегодня сидим с Денисом дома. Папа Дениса присылает то, что мою машину выгнал, помыл. Все там пропылесосил. Ох, я приеду. Ох, я оторвусь. С ламинями буду кататься на машине. И сейчас еще, кстати, зайду в А101 и в БИМ. В Мигросе почему-то не нашла. Мне подружка скинула. У нас продается турецкий чай, который все хвалят. Фамилии 169 лир, по-моему, она сказала. Ой, лир, рублей. Вот, и сейчас хочу посмотреть, сколько здесь он будет стоить, если, конечно, найду именно такой. Вот, надо будет ей отписаться. Осень называется, да, все цветет, благоухает. Скоро уже апельсины, мандарины поспеют. О, какие милые кактусы. Эх, если бы можно было бы их отсюда привезти, я бы Настюшке привезла. У нее огромная коллекция кактусов. Она их собирает. Вот такой вот хлебушек люблю. Нравится. 20 лир. Да, чая такого я не вижу. Может, кому-нибудь интересно, вот так вот выглядит манная крупа. 9,50. Да, что здесь еще интересненького? 16,50. Такие вот макароны. Вечная крупа, что ли? Ура, люди, здесь 44 лиры, сосиски эти вот мои любимые беру. Так, вот появились опять эти огурчики в магазине, а 101,27,50, ну вот прям очень вкусные. Ну и долма, которую я беру, она по-прежнему 21,90. Ну вот, я немножко прогулялась, заодно вам поснимала Росман, ну и так, немножко Мигроса. Что хочу сказать, у нас женщина в Махмутларе тут выходит на рыбалку каждое утро, она вот, ну вот, такусеньких рыбок, черненьких. И она говорит, что они очень вкусные и мало костей. Хотя я почему-то всегда считала, ну такие у меня стереотипы были, что в маленькой рыбе всегда много костей. А говорит, прям на сковородку, в масле, даже муки обваливать не надо. О, где мне нашла новиночку, кто знает, что это такое.